Всем еще раз привет. Северный степной Крым. Смотрите, сейчас покажу. Вот видно будет, один я туда вылил уже казанок. Это специально хочу показать по поводу этого. Спрашивают, вот этот казанок, вот ровно 6 литров. Это советский казанок. В нем 6 литров. Один казанок под, практически под завязку. Полный, я уже вылил. Вот сейчас стекает мед. Сейчас второй наберется. То есть, ну, если с того убрать, то, в принципе, два казанка будет по 6 литров. То есть получается, один казанок — это 2-3-литровые банки полностью залиты, под завязку налиты. Это по поводу объема моих корпусов северокрымского улья. Это вот, не знаю, там, ну, у меня часто были такие споры, то есть люди часто ставили под сомнение, оспаривали, что столько меда вылазит. Вот, то есть вот 2-3-литровых банки с одного корпуса получается. Или вот два корпуса вот я откачал сейчас. То есть раз я вылил 2-3-литровых банки, 6 литров, и второй раз вот набирается 2-3-литровых банки. Там, я говорю, там был полный по завязку, потому что 6 литров — это не полный казанок. То есть обычно я вообще вот так вот, вот где-то как есть, вот так набираю чуть больше где-то набираю, так раз 6 литров получается. Но прошлый казанок получилось, я набрал его прям чуть не под завязку, в общем, вот так вот где-то набрал, ну, под самое это. То есть там было больше 6 литров плюс это, ну короче, получается 12 литров. Меда или 4-3-литровых банки. И вот получается, вот, стекает там медок сейчас. И вот получается, вот столько забруса, это с двух корпусов. Ну, то есть тут будет 2 пол-литровые банки. Это уже проверено. И корпус, ну, то есть эти два корпуса были не на 100% печатны. Если они будут на 100% печатные, прям вообще будет шикарно. Тут может быть чуть-чуть не хватит забруса на 2-литровые банки, но около литра забруса вообще. Если расфасовать его, около литра забруса получается. Ну и вот получается вот эти вот два корпуса. Я откачал. Специально вот эти первые два корпуса, которые я отобрал, откачал. Которые я вам показывал отбор. Именно показываю вам, сколько меда получилось. То есть один корпус северокрымского улья, если полностью залитый и печатный, получается 2-3-литровые банки и 1 пол-литровая банка забруса. 1-3-литровая банка — это 4,5 килограмма, то есть 9 килограмм жидкого меда плюс забрус. Всем пока.